День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушим танел уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Вот вы знаете, сколько погибло во время войны? На земном шаре? Нет, у нас тут, наших, в СССР, да. 27 тысяч. Ну, сколько? 27 миллионов. Ну, на самом деле 41. Вот новые данные рассекретили Госплана. 41 миллион погиб. А вы знаете, сколько погибло в Великой Отечественной войне? 41. Вы знаете, сколько погибло во время войны? Людей? Да. В России. В СССР. Сорок один. Победы, День Победы, День Победы. Вы знаете, сколько погибло во время войны? Да, знаю. Сколько? Ну, так много, очень много. Для меня. Ну, сколько миллионов? Таня! Не знаете? Нет. Вот вы знаете, сколько погибло во время войны? Ну, я не знаю, но я сама блокадница. Ну вот знаете последние цифры, сколько погибло? 41 миллион. Это вообще по стране? Да. Цифры ужасные, конечно. А вы знаете, сколько погибло во время войны? Ну, миллионом сколько людей? 27, сказали. 41. Там официально не объявляли же эту цифру. Ну, вот сейчас уже объявили 41 миллион. Ничего удивительного нет, народу же погибло очень много. Это же, ну, считая не то, что военных, не только военных, а считая еще мирных. Всех, да, общие потери. По всему Союзу. Да. Белые пыли, этот день не приближай, как могли, этот день победы. Сколько погибло во время войны? Знаете? Не знаете? Не знаю. 41 миллион. Спасатели Министерства железнодорожного. Вы знаете, сколько погибло во время войны? К сожалению, общее количество нет. Не знаете? 41 миллион. Знаете, сколько погибло во время войны в СССР? Много. Ну, сколько много? 20 миллионов. 41. А, ну это уже, наверное, сейчас почти тогда. 41 миллион. Изначально еще очень... Да, я еще была маленькая, говорили 20 миллионов. Вот вы знаете, сколько погибло во время войны в Советском Союзе? Нет. Сколько? В два раза больше. 41. А вы не знали? Ну, нам
сегодня как бы говорили, что 20. Сегодня говорили? Да. Интересно. Сколько погибло во время войны? Там... Ну, за всю войну СССР потеряло. Ну, я не знаю. Сколько? Много. Ну, сколько много? 40. 41. 41 погибло. Можно спросить, вы знаете, сколько погибло во время войны в Советском Союзе? Очень много. Ну, сколько? Много. Ну, около... Очень много, наверное, порядка 3 миллиона человек. 3 миллиона? В СССР? Да, вообще, по всему СССР. 41. Вот, 41 миллион. А вот вы знаете, сколько погибло в СССР за время войны? Много. Ну, сколько много? Ну, примерно. 41 миллион. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы. Порохом пропах. Это праздник. Слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. А вы знаете, сколько погибло во время войны в Советском Союзе? Я не могу сказать точно, очень много. Ну, очень много, это сколько? Ну, я знаю, что если бы по каждому человеку, погибшему во время Второй мировой войны, люди бы минуту молчали, то, ну, вот эту минуту молчания, то мы бы молчали 50 лет. Ну, так сколько получается-то? Считала. Я честно не знаю. 41 миллион человек. Сколько погибло в Великой Отечественной войне советских людей? Все говорят по-разному. Ну, мы психологи об этом вообще. Ну, в среднем все про 20 миллионов говорят. Ну, последний Горбачев говорил вообще в 85-м году 27. А сейчас рассекретили данные 41. Вы, наверное, знаете, сколько погибло советских людей во время Второй мировой войны? 20 миллионов. Вы ошибаетесь. 27. Это с какими потерями? Боевыми и не боевыми? Нет, общие потери советского народа. Это 27 миллионов. 41. А где вы такую цифру интересную? Недавно рассекреченные данные Госплана СССР. Официально эту информацию не разглашали. Официально есть информация, опубликована уже. А ты вот знаешь, сколько погибло во время войны советских людей? Ну, сколько? Очень много. 5 000. Сколько? 5 000. 5 000? Там больше миллиона. Сколько, говоришь? Вроде бы больше миллиона. Больше миллиона. Больше миллиона. А ты как считаешь, сколько погибло советских людей во время войны? Я думаю, ну, полмиллиона. Полмиллиона, да? А как ты считаешь, сколько погибло людей советских во время войны? Много очень. Ну сколько много? Миллион. Миллион. А как ты считаешь, сколько погибло советских людей во время войны? Мне кажется, что очень много, наверное, больше 5 000 точно. Больше 5 000? Да. За время войны? Да, мне кажется, очень много. Хорошо, больше.
Вот вы знаете, сколько погибло советских людей за время войны? Много. Сколько много? Очень много. Ну сколько очень много? Несколько миллионов. А? Несколько миллионов. Миллионов. Сколько? Не знаю. Ну короче, сколько миллионов? Три миллиона примерно. Три? А ты сколько считаешь? Миллионов. Тоже три. Семь. Сколько погибло за время войны? Много человек. Ну сколько человек много погибло? Сколько? Может быть, 2 миллиона. Не знаешь? 7 миллионов. 2 миллиона? Много. Я считаю, что 7 миллионов. Девочки, 41. 41. 41 миллион погиб за время войны, чтобы вы знали. Вот вы знаете, сколько погибло за время войны? Я знаю, что моих сколько погибло. Моих погибло 8 человек. Бабушки, дедушки, дяди, тети. 8 человек погибло. А всего советских людей? А всего советских людей я не помню сейчас дату. Это самое, говорили, много. Не могу сказать, сколько. Можно спросить, вы знаете, сколько погибло во время войны, вообще потерял Советский Союз? Больше 30 миллионов, я думаю. Больше 30, это сколько? 60, я 80, знаю, 22, сколько? 22 там или сколько, это официальная 20 цифра. Миллионов. А? Это официальная цифра 20 миллионов, а еще больше же было. 41. Я так и думаю. Пошли. Вот вы знаете, сколько погибло за время войны советских людей? Знаю. Сколько? Я ленинградка. Сколько? 29 тысяч. 29 тысяч? Миллионов. Миллионов. Так нет, последние рассекреченные данные говорят, что гораздо больше. Ну что же делать? 41. Я была 4 года, мне только блокада началась, когда война. Я ленинградка. Это праздник. Сединою на висках, эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.